В крупных городах региона любители астрономии уже давно любуются звездами в телескопы, а вот жители отдаленных районов им в какой-то степени завидуют. Но вскоре все может измениться. Для этого необходимо 150 тысяч рублей. Именно такая сумма нужна, чтобы купить 5 телескопов, которые потом передадут в города и поселки. Технику планируют использовать во время бесплатных публичных наблюдений, как те, что часто проводятся в столице региона, Ангарске и Братске. С инициативой выступили сотрудники Иркутского планетария, которые и организуют научно-популярные мероприятия в разных точках области. Специалисты объявили сбор средств, которые планируют завершить уже к 8 августа. Внести свою лепту могут все желающие в интернете. Самых щедрых ждут подарки.